Самая известная и громкая пьеса Людмилы Разумовской – абсолютный театральный хит. Она написана более 30 лет назад и до сих пор более чем актуальна. В Саранске пьесу поставил Михаил Зверев. Это режиссерский дебют актера. Постановка поможет по-новому взглянуть на знакомый многим сюжет. О чем, я думаю, что это о подмене каких-то идеалов, каких-то ценностей, именно со временем меняющихся, что сейчас, к сожалению, ценности идеала что-то уже подменилось и подменяется. И это очень как-то горестно, и не всегда хочется с этим соглашаться. А я посчитал, что эта пьеса будет актуальной сегодня, потому что тема поднимается очень-очень много. И я говорю, и ценности, и идеалы, и взаимоотношения педагога и ученика, взаимоотношения старшего поколения и младшего поколения. То есть тем очень-очень много. В постановке заняты актеры драмтеатра, выпускники Института национальной культуры Мордовского госуниверситета. В главной роли заслуженная артистка Республики Мордовия Оксана Сизова. Мне хочется, чтобы каждый зритель подумал, что хорошо, что плохо. Каждый что-то сделал для себя, какой-то вывод определенный. Мне бы очень этого хотелось. Сюжет прост. Ученики выпускного класса приходят поздравить свою учительницу с днем рождения. Утром ребята сдали последний экзамен. Все они веселы, находчивы, прекрасны, ведь перед ними открывается масса возможностей. Обучение в престижном вузе, долгожданная сладкая жизнь, уважение родителей. От всего этого их отделяет один шаг. Но чтобы добиться желаемого, каждому, и педагогу, и ученикам, придется договориться со своей совестью. Как далеко они готовы зайти? Неприлично. Елена Сергеевна, неприлично это когда взятка. Но мы же от души. Да. Я играю Владимира, выпускника 10 Б-класса, сына богатенького папеньки, убежденного эстета в себе. Каким он является на самом деле, мы посмотрим. Я надеюсь, мне удалось перенести образ. Я бы хотел, чтобы этот спектакль обязательно посмотрели выпускники, люди, которые только делают первые шаги во взрослой жизни, которые выбирают свой будущий путь, у которых в голове укладываются те нормы и понятия, как они должны жить, действовать по жизни, и вынесли из этого спектакля, как поступать нельзя. Драму в двух действиях, дорогая Елена Сергеевна, зрители смогут посмотреть вечером 28 февраля и 29 февраля в 17 часов. Елена Буданова, Денис Ноздрюхин, «Народные новости».